целой жизнью. Потому что прежде чем я сделал этот спектакль, я сделал еще 40. И поэтому это как бы выбранное, самое главное, что я нашел в других спектаклях, а то есть в своей жизни. И как я представляю клоунаду 21 века. Этот спектакль такой, что он удивляет даже меня. Я никогда не знаю, что я могу ожидать от этого спектакля сегодня вечером. Потому что это почти всегда импровизация. И как в джазе, ты имеешь только какие-то точки, а все остальное происходит именно сегодня. Сложность в том, что ухитриться уложить в такое маленькое время, всего полтора часа, ну два часа, всю свою жизнь и все то, что ты любишь, и всех друзей, и все впечатления. То есть это малое пространство для того, чтобы вместить целую жизнь. Ну, во-первых, Нью-Йорк для меня это просто какой-то вулкан жизни, энергии, страсти. И поэтому я так рад, что я одновременно с праздником новогодним оказываюсь здесь. Для меня это праздничный, еще один великолепный праздник моей жизни с моими друзьями и новыми знакомыми.